Чорна кола, забито чорне, як зазвичай. Колись помачемо світле навколо, кольорово знайомої любові. І не хвилюйся, ми всі тут знайомі, з тобою, зі мною і годі. Колись помачемо світле навколо, кольорово знайомої любові. Не хвилюйся, ми всі тут знайомі, з тобою, зі мною і годі. Тобою зі мною і годі, з тобою зі мною і годі, з тобою зі мною і годі. До нас прийшла осінь, і темний світ тебе знайшов. Ми думали разом, щоб я від тебе не пішов. Тримайся ми поруч. Думки на вибори тримай, і знай, що навколо. Все буде чорне, як зазвичай. Коли побачимо світло навколо, кольорові знайомі тобою. І не хвилюйся, ми всі тут знайомі, з тобою, зі мною і годі. Колись побачимо світло навколо, Катею та Мелвіном. Зараз вони стануть головними героями ток-шоу, ведучим якого буде Рома Міщеряков. Як називається шоу, про що воно і чому Рома запросив саме цих людей, це Рома придумає по ходу. Завданням гостей буде відповідати на його питання, але так, щоб всі слова починалися з однієї тієї ж літери, з якої саме ми зараз оберемо всі разом. Не надо, ни здесь, ни при мне, ни в храме искусства. Вибачте, будь ласка, отже, Катя, буква Б, балерина, Меловін, буква П.
Інші хлопці також будуть учасниками програми, які з'являтимуться по ходу історії в тих образах, які їм придумає Рома. Давайте оберемо літери їм. Кость. Отже, Кость, буква М, Вова, буква С, Валік, буква У, Катя, буква Б, Мел, буква П. Дякую. Поїхали. Так, ми всім обрали літери, з яких будуть починатися відповіді, а тепер нам потрібно вибрати назву цього шоу. Це я теж попрошу допомоги в наших гостей. Як воно буде називатися? Будь ласка. Давайте. Я би... Да? Давай. Перший, Вася, давай. Потужний. Потужний. Скромний. Потужний, скромний. Фієричний. Фієричний. Дріж. Потужний, скромний, фієричний двіж. Всем здравствуйте! Вы думали, это профилактика? Нет, это заставка нашего шоу. Потужный, скромный, фееричный движ. Всем здравствуйте! Давайте с вами познакомимся. Вначале с вами девушка, которая любит свое плечо. Как вас зовут? Борислава. Борислава. Очень приятно, Борислава. Борислава. Все так же, да? Без изменений. И вас? Петро. 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 А откуда вы к нам приехали? Полтава. Из Полтавы. Петро из Полтавы, обычный парень. Кем вы работаете? Давайте, я понимаю, это на всю страну, но все же. Плотник. Плотник. С вами пришел отец, подсказывает. Папа! В порядке, да, кстати, в студии, да. Как вас зовут, мы уже знаем, Борислава. Борислава, но ваша профессия какая? Балерина. 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 Мы тоже пришли с поддержкой. С кем вы пришли? И Петр пришел с отцом, а вы? Брат. Брат. Родной брат. Брат, так брат. Как зовут брата? Богдан. Богдан. Хорошо. Мы всячески будем к ним обращаться, но они не будут отвечать. Такое правило. Так, вы к нам приехали. У вас ведь как свела судьба плотника и балерины? Просто. Просто? Расскажите, пожалуйста, как это было? Плясали. Был? Это же движ! Это же фееричный движ! У нас все истории начинаются на дискотеке. Вы были на дискотеке? Переплясали. Переплясали, плотник пришел отдохнуть. Вы выпили в тот вечер, Петр? Пиво. Пиво выпили. А вы, Борислава? Борислава? Правильно. Борислава, что тогда пили? Бренди. Бренди. О, чистый бренди. Хорошо. А вы тогда выступили, решили расслабиться. К вам подошел Петр. Что он вам сказал? БДСМ. БДСМ. Вот так сходу просто. Представляете, плотник только заказал пивка, подошел, видит балерина, шепнул на ушко БДСМ. И вы ему ответили... Что она ответила, Петр, скажите вы? Прекратите. Прекратите. Так, прекратите. Петр. Прекратите, Петр. Она вас узнала. Потому что поздно. Потому что? Потому что поздно. Потому что поздно. Прекратите, потому что поздно. Сколько было времени в начале часа? Полпятого. Я так понимаю, клуб уже закрывался, да? Полпятого, осталась одна балерина с бренди. Полтава. Полтава. Так, ну вы ей предложили... Куда он предложил вам поехать? Из клуба. Ну, я так понимаю, не домой. Нет, буквы «Д». Куда, Петр? Давайте, вы смелее. Все-таки девушка не может. Ну, ребят, ну да, куда вы поехали? Давайте. Брод. Брод? Брод. Петров. Петр Брод. Это дешевый бар за углом. Петр Брод. Приехали, да, начали знакомиться. И тогда, вы ведь еще не знали, что не сама, да? Вы скажите, вы в отношениях? Была.
была в отношениях. И тогда Петр в этот барчик ворвался ее бывший. Вы помните? Придурок. Расскажите, что он вам сказал, когда увидел вас двоих? На, я напомню, 6 утра уже. Петр. Понимаю. Подошел, сказал, понимаю. Понимаю. И Петр. Понимаю, Петр. Добавите? Будем. Будем. Сел треть, я понял. Ну, давайте встретим сейчас гостя, который добавит красок в эту историю. Тот человек, который был в тот вечер рядом. Давайте встретим аплодисменты. Здравствуйте. Как ты? Я так понимаю, вы тот самый бывший. Не снимайте тут. Совершенно, совершенно. Да, вы тот бывший. Саливанчук Саша. Так, вы бывший, все время забываю имя, извините. Борислава. Борислава, вы бывший Борислава. Так, ну все в порядке. Вы подошли тогда, и я вам еще раз напомню, подошли к столику, сказали, понимаю. Супруг, супруг. Супруг? Супруг, свадьба! Бывший супруг. Совершенно согласен. Смотрю, супруга. Ну, бывшая. Сосется. Петров. Столик, столик. Сидят, сосутся. Да. Свечи, столик, савиньон, сёмга, савиньон. Я узнаю павловский брод. Да. Болтовня. Болтовня? Болтовня. Это неправда, болтовня. Да? Вы расскажите, как было? Все было цивильно, все было... вы, что вы пили, ели? Бейлис. Бейлис? А. Неплохо, перешли, да, на градус? Собрала. А что пили они? Пили. Самогон. Самогон. Так, ну, я знаю, что всей правды мы сейчас, конечно, в такой компании не выясним, но все же, я знаю, что вы Петру нанесли увечья. Петр, давайте с вас. Петр против провокаций. Да, вы начали провоцировать. Что вы начали Петру кричать? Скотобаза. Начали провоцировать Петра на драку. Петр, что вы взяли в руку? Пень. Очень дешевый бар. Взяли пень. Столер. А, всегда с собой, да, плотник носит заготовки. Вы взяли пень, и куда вы ударили? Помните? Пупок. Прям? Солнечное сплетение. Да, прям пупок, солнечное сплетение. Вы тогда вырвали из рук... Схватил с... Супругу. Скажи. Схватил самурайский... саблю самурайскую. Слайсами. Мы же видим, Петр, все в порядке. Секьюрити слайсами. Вы там, да? Митя. Мазохист. Так, ситуация продолжает вырисовываться. Мои мастера. Вы заказываете у Петра для ваших игр какие-то принадлежности, что ли, как у плотника? Нет? Малыши меня метелят. КДСМ. Правда. Вы понимаете, что ваша бывшая жена сейчас в клубе БДСМ? Смотрела смартфон, видео смотрел. Смотрели, вы знаете. Съемочки смотрю. Вы знаете, да? То есть у вас клуб, как называется клуб БДСМ, в который ходит плотник из Полтавы и балерина? Понаехали. Там чисто приезжие, да? Понаехали. Так, вы в этом клубе мастер, да? Магнат. Миллионер. Я вас понимаю. Зачем вы пришли в нашу студию? Вы хотели что-то дополнить? Малышка. Так. Моя мечта. О. Скатилась супруга. Совершенно скатилась.
Ну, скажите, ну, БДСМ сейчас... почему вы начали заниматься БДСМ? Популярно. Популярно. Ну, Петр, это вы. Обычный код. Многие могут. Многие могут. Расскажите нам об этом. Что вам нравится в БДСМ? Какие приемы? Бабочка. Бабочка? Это как? Бабочка-бегемотик. Позы! А, это позы! Спасибо, Петр. Это позы. Что такое мастер? Да, мечты, мечты. А. Узнаю. Уроды. Класс. Представьтесь, пожалуйста. Уильям. Укротитель удавов. Снэк? Уй. Снэк, я... Снэк, something to snake. Уроды. Украли удава. Удушались. И что с удавом? Убили удава. Вы дошли до этого? Вы начали животных, Петр? Прикольный партнер. Я понял. Увы, у Уильяма уникальные убеждения. Понимаю. Вы знаете, я тоже захотел в этот клуб. Можно? Да. Мы можем как-то начать здесь? А... Что для этого нужно? Можно мне... меч. Самурайский? Да. А, давайте, какая еще подготовка? Как вы, Петр, начинаете эту вечеринку? Что вы обычно приносите? Расскажите, как это было? Практикуем... Блинчики. Да, да, еда, блинчики. Маслица. Маслица, да. Что вы? Сосисочки. А начинается все с барбекю. Приходит папа, поджигает. Увы, Ульяна. Да! Опа! Катерина Кухар и Мел.